Самарской области муж зарезал жену и свел счеты с жизнью. 2 сентября 2023 года в ночное время в одной из квартир в городе Чапаевск было обнаружено тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти, а на следующий день в районе гаражного массива нашли, и убийцу 38-летний супруг свел счеты с жизнью. По версии следствия, накануне происшествия между супругами произошла очередная бытовая ссора. Мужчина схватил нож и нанес своей супруге, матери его 3-летнего сына, множественные удары по всему телу. Женщина скончалась на месте. На теле жертвы было насчитано более 50 колото резаных ран, все это он сделал на глазах у сына. После совершения преступления супруг собрал вещи и документы и отвез маленького сына к родственнице. Он попросил ее вызвать скорую, а сам скрылся в неизвестном направлении. Мотивом стала обычная ревность. Очень жаль женщину, скорбим вместе с родственниками. Ребенок остался сиротой, говорит знакомая семьи. По данному факту следственным отделом по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело.